begun. Ain't no mercy. Ain't no mercy. Всем привет! Я не знаю, что произошло, но сегодня случается совершенно невероятное событие. Я не знаю, что это, звезды сошлись или скоро конец света. Но у меня в гостях сегодня, угадайте кто? Янго! Йоу, я родился! И мы будем снимать «Правду или действие». Вы присылали их в Твиттере, и сейчас я буду прямо в режиме реального времени их читать. И Яну, вы, кажется, тоже писали. Это жесткая версия «Правды или действия». Мне уже страшно, Ян! Ян, правда или действие? Давай начнем с правды. Давай сразу об откровенном. Ты когда-нибудь встречался с блогершей? Ты ж не считаешь? Нет, на самом деле нет. Я ни с кем не встречаюсь. Хотя это клево, я уже писал про это. Можно вместе видосики записывать. Правда или действие? Действие. Она так все радостно говорит, она не понимает, что ее еще ждет. Даша, ты должна сесть на шпагат. Меня не волнует, умеешь ли это делать или нет. Итак, Саша, ты готова сделать шпагат? Стой, 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 стой. Отлично. Если сейчас у тебя порвутся штаны, я буду ржать. Растяночку? Что происходит? Что ты делаешь? Саша, с тобой все хорошо, ты жива? Не обращайте внимания, у Саши такое надо бывает. Она просто хочет преклониться к земле. Правда или действие? Действие? Не смотри на меня. Я поставлю тебе засос на шею пылесосом. Мой первый раз, давай. Нормально, нормально. Очень больно. Неприятненько. Ты не говоришь, что ты переборщила. Правда или действие? Правда. Как ты относишься к шиперам, яшам? Слушай, пам-пам-пам-пам-пам. Отношусь нормально, но просто часто бывает так, что я захожу в Инстаграм и вижу вообще только это. Наши с тобой как бы хорошие отношения, да. И так далее. Меня это совершенно не парит, но бывает там, знаешь, какой-нибудь они прифотошопят там, допустим, двум куклам, или я там не знаю, в свадебных нарядах. Ты думаешь, блин, чем люди занимаются? Давай ты споешь свою любимую песенку на данный момент. Словно лед расслабит пламя, словно сердце бьется нами. Ребят, скидывайте деньги на лечение, ссылочка в описании. Окей, правда или действие? Правда. Расскажи мне, как ты узнал о моем YouTube-канале? Вот это прикол! Короче, у тебя было 1070 подписчиков на YouTube. Да ладно, с того времени? Слава богу, удалились сообщения. У Саши была раньше открыта личка. Господи. Я там говорил, типа, Саша, вообще ты очень крутая, типа, вообще обожаю твои видосы. Ну, очень, короче, давно. Шоковый вопрос, правда или действие? Правда. Интрижка накаляется, говорит. Саша. Да. Целовалась ли ты когда-нибудь с девушкой? Нет, я никогда не смогу. Я думала даже об этом пару раз, анализировала, как ты понимаешь, что меня просто вырвет. Блин, а мне пришло. Как бы отвратительно ты не звучало, пришлось, конечно, с девушкой когда целовалась. Правда или действие? Действие. Ты должен станцевать секси танец на подоконнике. Ты должна залезть в ванную и спеть свою любимую песню. Душ можешь не включать. Правда или действие, Ян? Правда! Какая твоя самая большая мечта в жизни? У меня есть две такие мечты, которые очень сильно хочу, чтобы они исполнились. Прыгать с парашютом очень сильно хочу, но еще очень сильно хочу набрать там 10 миллионов подписчиков на эти дни. Ты тоже, да?
Давай украдем у кого-нибудь. Давай. Правда или действие? Да. Правда. Ты когда-нибудь пробовала курить? Ты знаешь, нет. Но только наркотики. Я не говорю про сигареты. Нет, сигареты еще не пробовала курить. Саша слишком правильно. Короче, когда она спрашивает, говорит, можно приехать, она просто 10 раз спросит, можно ли приехать, 10 раз извиниться, говорит, ой, ну точно можно, ну извини, пожалуйста. Спасибо большое, что снялся в моем видео. Обязательно посмотрите видео, которое мы сняли на канале Яна. Ссылка на него будет в описании. Ну а теперь конкурс. Но мы с Пантин придумали необычный способ его объявить. Сняли красивое мини-видео. Привет, я Саша Спилберг. Участвуй вместе со мной в конкурсе «Как в рекламе Пантин». Попади на страницу журнала «Гламур». Хвост – это показатель густоты и здоровья волос. В течение 14 дней пользуйся шампунем и бальзамом ополаскивателем Пантин «Густые и крепкие» и оцени вау-эффект Пантин. Осталось поделиться своим фото в социальных сетях. Ну а для тех, кто не понял, выкладывай в соцсети фото с красивым хвостом с хэштегом «Как в рекламе Пантин», и ты получишь шанс попасть в журнал «Гламур». Удачи! Пока! Пока! Как без энтузиазма, давай пока! Пока!